Друзья, чтобы оценить лица футболистов в PES, по методике Антона Чейза нужно провести два замера. Первый замер — это статичный, то есть вот когда футболист просто стоит на месте. И второй замер — это уже в движении, чтобы оценить, как работают эмоции, мускулы лица так называемые. Ну что ж, начинаем с первого. И, ну, видно, что уже это не такое мыльное говнище, как в прошлой части. В 19-й части мне лица, если честно, не понравились. Здесь уже все более четко, особенно если так вот красиво посмотреть в профиль на того же Щенсны. Но вот с волосами мне вот по-прежнему не нравится. Вот гляньте на угол головы, так сказать, да? Видите, там как будто бы волосы дырявые. Ну, я не знаю, как это объяснить, но это не добавляет волосам объема. Что у нас дальше? Дальше у нас Бонуччи. Прикольные усишки, прикольная бороденка. Капельки пота просто как живые. И даже можно разглядеть всякие... Не знаю, может, я сошел с ума, но я вижу всякие поры и так далее. Да, я сейчас в какого-то ваномаса превращаюсь. Нет, ну, конечно, это по-прежнему далеко от идеального, но, блин, это круто. Круче, чем в прошлый раз. С FIFA сравним, когда уже выйдет сама FIFA. Посмотрим, где лица. В той FIFA были очень достойные лица, стоит признать, в 19-й. И там была очень классная анимация лиц. Но, насколько я знаю, у FIFA там какая-то продвинутая система захвата рожи и так далее. Поэтому тут у них преимущество. Блин, Канцело очень классный. На Бабу-Ягу похож, если честно. Но такое лицо у него, типа, быканешь или не осмелишься. Так, Сандро. Ну вот тоже, да, вот видно, что боковушки головы какие-то необъемные. Ну, блин, короче, если вы это замечаете, как будто у него вот голова идет, потом какая-то прослойка воздуха, это сейчас хорошо видно, и потом уже слой волос. Ну, как-то это странно смотрится. Нужно, короче, больше лысых. Тут есть, конечно, лысые футболисты в составе этих команд? Вряд ли. Пьянич. Ну, достойный. Это я после школьного выпускного так домой возвращался. Так, ну вот Матьюди более-менее лысый. Не, ну текстура кожи, офигеть. Я сейчас либо сошел с ума, либо прямо сейчас капелька пота стекла по лицу Матьюди. Наверное, показалось, потому что сейчас же кадр статичный. Вот реально, вот если так вот посмотреть, ну, в принципе, от фотки хрен отличишь. Вот чуть-чуть нужно волосы сделать им круче. И головы стали менее квадратные. Вот я вижу целых 3 полигона на лоб. Целых 3, понимаете? 3 полигона. Роналдос. Ну, понятно, что над Роналдосом поработали больше всего. Наверное, этот Месси все-таки это лица команд главных партнеров. Пески. Неплохо. Ну вот, кстати, у Манджукича такой проблемы с волосами, о которой я говорил, нет. Но все равно волосы, как вот кусты в дешевых шутерах, такие вот. Они не объемные, они идут как вот, не знаю, картонками идут. Вот знаете, как вот в старой GTA San Andreas кусты. Просто две картонки крест-накрест поставили, и типа это куст объемный, как будто бы издалека, так и здесь. Я понимаю, что если добавить в PES... технологию охрененной обработки волос, то, наверное, будет дико лагать, но нужно же стремиться к идеалу, правильно? Может быть, когда-нибудь волосы будут лучше, чем в жизни в игре, и тогда Погба просто охренеет, забросит карьеру футболиста и будет играть в PES всегда. Кстати, мне всегда Манджукич напоминал актера Роберто Бенини. Знаете такого? Знаете? Так, пришли к Барселоне. Вот у Штегина, ну, тоже наблюдается, да, наблюдается эта проблема. Но не, ну, лица стали лучше. Вот еще и бороды. Вот тут тоже видно, что бороды местами довольно мыльные из-за того, что у них какие-то странные волосы в PES. Блин, Лангле пока что самый детализированный футболист, как по мне. Вы гляньте, какой он весь качественный. Такое ощущение, что они с французами очень здорово работают. Вот смотрите, Лангле... Матьюди, ну реально, ну тупо фотография. Хотя Роберто тоже неплох. Роберто тоже очень неплох.
А во рту что? В старых частях и PES, и FIFA. Ну, в очень старых, на самом деле. Во рту была пустота всегда. Там ничего вообще не было. Блин, ну здорово, здорово, конечно. Каждая родинка, каждая все проработано. Но вот, конечно, волосы меня немножко расстраивают. Блин, ну круто, круто. Нечего сказать. Буся. Буся неплох. Так. Ракитич. Ракитич. На ушах наблюдаю где-то полигонов 8. Неплохо, неплохо. И вот он, Лео, главный антагонист. По-моему, он побрился сейчас, не такой бородатый. Интересно, к релизу уберут его такую шикарную шевелюру? Или он собирается в Ахмат переходить? Такой, типа, да, собирай. Ну, смотрите, реально, тупо фотография, тупо фотка. Вот если еще всяких фильтров наложить, вот так вот посмотреть. Ну, фотка. Татуировки проработаны. Это он с Роналдом стоит? Охренеть, смотрите, чуваки. Месси и Криш прямо рядышком стоят в игре. Как-то Криш странно встал. Типа я в качалку записался. Ёпты. Сейчас мы этого Месси-то укатаем. Окей, Месси. И остается Каутиньо и Суарес. В прошлом году я отмечал то, что татуировки у Каутиньо довольно мыльные. В этом году... Они как будто бы посмотрели то видео и стали и сделали их более качественными. А? Якорь. Якорь мне в бухту. И Луисито. Ну-ка, с пальцем. Что такое палец поломанный на шее? Он так и должен быть у него? Ну, понятно. Не, ну, тем не менее, здорово то, что татуировка реагирует на движение. Эмоции. Кстати, специально забьем себе гол и посмотрим, как футболисты на это отреагируют. Опа. Так, давайте сделаем это. Блин, какая же охрененная текстура футболки. Вы гляньте на полоски. Адидасовские, да, как я понимаю? Они же просто как живые. До чего дошел прогресс? Так, давайте проследим путь лица Роналду от разводки мяча к автоголу. И посмотрим, как меняется его лицо. Он такой требует пас. Требует пас. Шея ведет себя, ну, конечно, со щекой здесь странные проблемы. Видите, она как-то странно завалилась на бок. Так, но в целом, какой он злой. Блин, какие реснички, чуваки, какие реснички. Вы просто посмотрите, какие реснички в пес. Опа, это вот я так в школу просыпался. Такой, типа, знаете, о, 6.55, можно еще целых 5 минут спать, а потом, о, уже в школу пора, уже 8, опаздываю. Да, частенько такие. А что он такой охеревший? Ну, окей. Да что с ним? Что он глаза так выпучил? Так, окей. Ну, блин, ну, пока что все более-менее нормально с лицом. Эмоции работают. Виртуальные мышцы работают. Так, он, наверное, на Месси посмотрел сейчас. Так. Он бежит. Ну, где его эмоции расстройства? Потом посмотрим на Месси, на его эмоции радости. Или им обоим похеру, типа, товарищеский май. Сука. Да, вот она вся футбольная боль. Не, ну зато язык прорисовали неплохо. То есть рот вполне себе человеческий. Ох, нет, ну на самом деле эмоции довольно живые. Да, он забил сам себе. Где же наш Леопольд? Ну, Леопольд так... скромненько порадовался. Я даже сказал бы, вообще не порадовался. В отличие от Каутиньо, да, заслуженный гол. Суаресу, наверное, кайфовее всего. Мы, конечно, не знаем, что там происходит внизу. Я скажу так, что поработали над лицами. И я бы очень хотел, чтобы в этой FPS, в РПЛ было побольше лиц. Я понимаю, что Канами РПЛ нахер не нужна.
сука. Но они же... Это странно, конечно. Но они же зачем-то ее купили у РПЛ, да? Пусть сделают, чтобы в каждой команде было, ну, хотя бы по несколько лиц. Ну, приятнее будет играть карьерку тогда. Ну, вот такой вот обзор на лица, друзья. Вот такие вот мордочки. По-моему, неплохо в этом году получилось. Явно лучше, чем в предыдущем. Скоро будет еще одно видео по PES. Ставьте лайки и до скорых встреч.